стен Азова ковалась Россия молодая. Необстрелянные потешные полки, будущие гвардейские, знаменитые Преображенский, Семеновский, опытные стрелецкие части, хотел воинской славы. Для того, чтобы победить непростого противника на южных рубежах России. На батарее хлопоты, орудия заряжаются. А я думаю, где же вы делись туда? Пехота готова выдвинуться в атаку. Идут построения, наставления. Сам государь дает приказ. Артиллерия поддерживает стрельцов. Но турки спокойны за своими стенами. Как они думают, им ничего не угрожает. Моря, обученная армия. Стрельцы решили вести огонь. По команде полковника они устанавливают бердыши в землю, заряжают пищали и будут вести огонь из пищали. Туркам. Используется гранат. Орудия поддерживают пехоту, пока она не вошла в прямое соприкосновение. Вполне возможно, что скоро будут пушки заряжены картечью. Турки не суетятся. Идет спокойная работа на стенах крепости. Заряжается картечью. Русские стрелецкие части наступают. Слаженно. Внезапно турецкий гарнизон. Янычары, самые подготовленные бойцы, связываются в индивидуальной схватке. Отдельно они гораздо сильнее каждого стрельца. Но стрельцы сильны. Частично отступили воинов, бойцов отступает, часть бойцов раненых уносят. Полки нового строя поддержали стрельцов, но, к сожалению, крепость не взята. Турки ликуют, но наши бойцы полны решимости, они готовы атаковать, готовы учиться на ошибках. У турок происходит пир и радость крепости. Они отогнали неверных. Наши войска с неудовольствием, конечно, отходят, собирают батареи. Выстрел!
сейчас мы хотим показать второй эпизод второго похода. Вы видите вдали русский флот, который появился буквально неожиданно спустя год. Был построен в Воронеже. Лично первым. Турки не ожидали. Русский флот отрезал им подкрепление с моря. Турки не успели даже засыпать наши старые позиции траншеи, где стояли батареи, и русские части спокойно выходят на огневые рубежи, поддерживаемые орудиями со стороны моря. Турки уже не имеют такого высокого духа, как в первом походе. Но это еще мощная армия, они полны решимости, у них есть боеприпасы. Они дрались и побеждали неоднократно. Многие армии, в том числе и русских, били на этом поле под стенами Азова. А полки нового строя, гвардия Петровская, стоит в тылу. Первыми идут стрельцы, гвардия со знаменем выдвигается на позиции. Но уже не так результативно. В основном стрельцы побеждают. Схватки идут очень близко к стенам. Насыпан новый во время атаки. Подходят полки нового строя. Они дерутся уже по-европейски. То шире, то шире нужно. И эту силу не способны остановить никто. Наши войска на стенах крепости Азов. Флаг повержен, русский флаг гренадерами водружается на стены. Наши смерти!